Сейчас у Анатолия Алексеевича вершины, грандиозные планы. Вот так же порезать всю аллею, заставить мафами. 2 года назад люди были искусственно выведены, их просто выгнали на территорию аллею. 1000 метров квадратных газона была истоптана. На ней просто выезжают машины транспортом, траву колесами подавили. Можете представить себе? Да. Вместо того, чтобы сделать нормальную торговую площадь возле бруснички, возле АТБ, не нашлось больше ничего в нашей мэрии, как уничтожить аллею. Вот к этому мы пришли. 2 года я обиваю пороги, я выступаю на сессии, встречаюсь с главным архитектором нашего города, доказываю, оставьте в покое аллею. Если нет денег, мы сами будем высаживать аллею, мы сами будем высаживать деревья. Прекратите ее уничтожать. Это все, что у нас осталось.